Ну-ка проверим вас. Доброе утро всем. Доброе утро. Ну все сухие или караси есть? Сухие. Что, Коля недоволен так? Не доспал маленький? Так, Никита, ты потом мне колонки установи. Без колонок ничего не могу понять, что там делается. Слышишь? Хорошо. А? Хорошо, Игнат Тихонович. Ладно. Вода хорошо течет. Раньше как-то тише шла. Потом нету, да. Ну-ка, то ли новый насос, то ли еще. Отойди маленько в сторонку. Ну-ка выше подними, чтобы видно было, как течет быстро. Во. Хватит. Ставьте следующий. Так, ну ночью спали, не слышно было там вверху? Никто не воевал? Нет. На крыше-то? Ничего? Ну я кошек-то забрал. Держи! Володя, ну еще видишь, вот. Надежда Васильевна нет. Он таскает туда, вот набирает в банке, поливает. Крышку сделали новую на колодец. А ну-ка, если приподнять, глянуть, как там в колодце, а? Можно поднять крышку? Следующее. Все ожидают друг друга. Правильно. Куда у них так много воды идет, я не пойму. На проверники-то там лишний раз. Или на мытье идет, или что. Колодец-то рядом там, второй. Так, ну-ка маленько подними. Куда? Глянуть мне туда. Подожди-ка, засыпило вот что-то. Вот, подожди-ка. Вот. Ну-ка глянем, что там есть. Подожди-ка там. Какая глубина нынче? Воды сколько? Здесь кольцо, это метровое, а там 1,5 метра кольца диаметр. Это на 3 кольца. Давай-ка дальше. На 3 кольца. Ну вот считай, 1,5 метра диаметр. По метру, на 3 метра высоты воды. Да тут никогда не выберешь. Ну-ка. Так, давайте. Ты ко мне загляни сразу, я их отведу. А, у тебя вода тут? Да. Ну потом поставь, потом возьмешь. Только очень аккуратно. Дверь открой сначала, шикни, чтобы кошки отбежали, не выпусти. Хорошо. Колонки поставь или меня подожди, сейчас я подойду, провожу. Ребятиш. А? Ну давай тогда. Сразу назад вернешься. Так, эти, которые вчера показывал, их сучки обрубайте. А Володя пускай там в саду, вот рядом, прямо перед вами яблоки старые, все вырежет. О, команда. Ну, это небольшая команда. Так, рассвет. Сегодня у нас 22 июня. Вот наши гости. Лагеря нет нынче. Просто так приехали в гости. Так. Ну-ка. Разрешите глянуть. Минуточку. Так, пропустите меня. Вас пригласят сейчас стоять пока здесь. Не заходите. Так. По одному дверь закрывайте только быстро. Мир вам! О, на своих местах.
Ну-ка, дай там свет, Витя. Картошечку чистят. Так, что-то много воды у нас куда-то уходит. Я не пойму, что так много воды-то уходит? Игнатий Тихонович, вот приносит, допустим, флягу. Вот 30 литров там или сколько вот она? Меня интересует одно, что эта вода только для питья, никуда. Да. А со мной рядом колодец. Да, вот она фляга. Смотрите, вот 15 технической воды. На хозяйственные нужды, на все. Да. Вот фляга на хозяйственные нужды. Да. Ее только используем на эти нужды. Понятно. Так, Никиту сейчас отпустите, он у меня там колонки не поставил. А там у нас на компот идет 15 литров сразу и 12 литров на суп. Ну ты, вот что мне скажешь, с батюшкой пока поговорил хорошо? Да слава богу, то есть он сказал, что я думала, может быть, пораньше исповедаться ему. Он говорит, нет, вы это, когда будете креститься, вы тогда исповедуетесь и все. Кое-какие были вопросы? Так, в общем, так. Мы раньше находились за 28 августа здесь. И нам нынче ничто не мешает, кто желает, может оставаться. Желаю. Все первое, да? Дело в том, что, ну, тогда-то, видите, там были в шалашах и в палатках. А сейчас-то комната натопили, пожалуйста. Да. Желаем. В настоящей комнате. Так. Как тут у них? Вот это все целое. Я слажу наверх, посмотрю, что там у нас с голубями. Так. Пойду наверх, посмотрю, что у меня там. Так, ножи здесь есть. Сразу на ошкурение кого поставьте, остальные тут пилить могут быть. А дядя Володя, он начнет это Никита, вот эти вот сучки срубать с них. А дядя Володя, он разберет, сушняк уберет. Вот утром, видите как, ну мы встаем раньше. У меня Никита в 4:40 поднимает. Ну я пораньше встаю, я уже на ногах в это время, пораньше ложусь. Вот это я поднимаюсь. Две лестницы здесь рядом. Вот они, железные такая. Ну все остальное тут видно. Так. Вот я залажу сюда. Приоткрою. Вчера мы занесли голубей, проверить, есть кто или нет. Как будто бы нет, целые или нет голуби-то мои. Ага, ну там я не могу показать. Нет, не знаю, как это включить. Голуби здесь, там никого не видать, как будто никто не залез ночью. Капканы все стоят. Нету ничего, все капканы на вид. Как будто бы. Ох, сколько здесь он их уничтожили, буквально всех голубей. Колоновка-то или кто? Подозрение было на кошек. Ну нет, кошки дома. Тут пока все. Вода есть. Ну где вы там, все остальные-то? Забились? Никто вас не тронул? Еще не видать. Еще не видно, темновато. Включить не мог этот прожектор, наверное. Так, я здесь. Еще не видно. Я не знаю, как включать свет. Ну-ка,
Я тоже не знаю. Вот этот свет включать. На этом проверить. Хожу в темноте. А там овечки. Ну-ка, дело в том, что я на этом аппарате еще тоже не знаю пока. Да какой это? Это аппарат. Это твой аппарат, нет? Это нет, это новый. Не твой. Ну. Ага, ты прав. Ну-ка давай сюда. Вот туда в угол гляну. Ну ладно. Нет, ты не знаешь, как включать. Не будем искушаться. Да. Держи, я слезу. Или первый слазь. Отсюда сними, ребятишки, гимнастики делают. Потихонечку сходи. Первый. Крепко держи в руках. Смотри, не нажми это. Ты вот эту вот кусты все до этого места, там, которые клен выруби, прямо это сейчас этим займешься сразу. Чисто, чтобы все сучки, все убрать оттуда. Чтобы голой ногой можно было заходить. Там все-таки яблоки могут быть. Тут одного голода еще вперед только нашел. Немножко шпили подсаживают. Так, не разговариваем, Вика. Ну что, огня делают, вы стоите. Что это такое? Ну, смотри тут. О. Вот они что творят. Ливия, Леонида, вы что-то близко стоите. Чуть подальше. Подальше, разойдитесь. Так, сегодня после обеда, Ваня, организуй мячики пойти там на футбольное поле. А то, говорит, играть негде. Здесь или косить надо, тебе долго косить. Зачем косить? Легче сходить туда. Пробежите туда и там поиграете. Там можно одну натянуть веревочкой, волейбол будет. И открыть этот. Теннис-то играет. Ну, ласточки играть. Там все тогда, я пошел. Деревенские приходят, а после ужина в основном. Футбол играть именно. Ну, значит, на это время рассчитайте. Ну. Ой, ой, ой. Я с другой стороны зашел на солнце. Ой, да на одной ноге. Ну давайте. Ну-ка, три круга, Ваня, прогони-ка их. Сильно не бегайте. Утром надо такую щадящую гимнастику. Это во дворе. Мальчики в другом доме, вон там вон, у Никиты. А утром уже весь день вместе. Вот эти как партизаны. Так, все, отдохните, потом за дело, вот так. Во-во, как Ваня делает, так, вдох-выдох, щадящая гимнастика, вдох-выдох. Все. Интересно, как, это такой воздух, чистейший. Машина только что на пашню проедет какая и все. За неделю ни одной машины не было. Ближайший завод на 150 километров. Никиту позвал поставить колонки. Ой, ладно. Все, готово. Сижу, ни одного звука не слыхать. Ну. Теперь хорошо. Спасибо, Христос.
утро, первые лучи. Дети уже встают они в 5. Здесь вот травище какая показать. Ну сколько там? Метр, 20. Трава такая. Чего ж тут не жить? Вода прям рядом. Вода прекрасная. Намного лучше, чем в магазине эти в банках продают. Как один проверил, все, говорит, везде трава, везде яд в определенной доле. Накупил, проехал, на исследование вывез. Да.